Всем привет! В этом видео я хочу показать и рассказать свой способ, с помощью которого вы, поехав на охоту, никогда не забудете спички дома. Они всегда будут при вас. В прикладе моего ружья находятся спички водоветроустойчивые из армейского сухпайка. Поехав на охоту, спички всегда со мной, потому что без ружья на охоту я не езжу. С вами был Александр. Всем удачных охот!